шоколадки. Сейчас я скачусь еще три раза в горку. А сейчас я залезу и пройду все испытания и все горки. На вот это. Витуля, привет! Я посмотрела все, кроме этой лавочки. И у вас веселее катать, когда комочков смотреть. Хотелось как-нибудь. Тут еще горочка есть. Сейчас мы еще раз попробуем. Мы будем испытания проходить. Пишите комментарии, кто хочет, чтобы мы еще раз сняли видео про детскую площадку. Где мне пройти, тут или тут? Мы пойдем тут. Ты быстрее, ну почему? Ой, как сейчас? Как правильно выходить? Ты что, не умеешь лазить? Могу. Умею.
Медленно. Просто. Тут я могу быть. Сейчас я вам покажу, как делать. Так. Вот так они делаются. Так, я буду делать. Я уже начала, потому что это стать тяжело. Это не я без родителей. Я делала. Родители сидят там. Не зовут. Пойдемте теперь. Катимся в другой горке. Все, пошлите куда-нибудь дальше. Вот по этой горке красный спустимся. Тут песок. Тут песочек. Или что это? Ну, это не песок. Не бойтесь, это не песок. Это вообще. Ой, возьму по другой стороне, реально. Тут другой. Вот я попробую по этой с камерой залезть. И не держаться за вот эти ручки. Я держусь за вот эти ручки. Это вообще не так. Это не, видели, не повторяю, как я сейчас залез. А тут кто-то сидел. Я тоже могу тут залезть, но я не хочу. Я хочу упасть. Ну тут такая крабушка. Тут надо пролезать. Ой, я могу так лежать. Красная горка. Видите, там дядя рисует. Сейчас пойдем. Попробуем на поселку. Стефан, на что похоже оно? На лошадь?